Всем привет, дорогие друзья! Я вернулся, ну, не то, что вернулся, мне хочется обратиться к администрации матрешки РП первого сервера. Первое, что хочу сказать, вот в чем-то видео. По началу видео я показывал момент. Блять, я показывал момент. Ну, типа, вот, скриншоты моей игры на матрешке РП. Ну, типа, вроде прикольно, да. А после чего, блядь, бан за покупку, сука, виртов от Милани Палеси. Почему я не согласен? Я скажу так, вот, мне дали бан на 15 лет. Вот, я пытался даже обойтись. Я не скрываю, я пытался обойти это. Ну, я скачал VPN, думал, что с другого IP, возможно, зайду. Но нихуя, ничего не получилось у меня. Что в итоге потом? Я написал там ютуберу, я не помню какому-то, ну пофиг. В чем прикол? Вот мне дали бан за покупку виртов. В чем, блин, прикол? Я не покупал верты. Я не отрицаю того, что я, может быть, сидел на сайтах о покупке вертов чисто по рафляну посмотреть цены, там всякую хрень. У меня там был аккаунт, блядь, зарегистрирован с моего основного ника. Вот. И мне дали бан за то, что я просто сидел на сайтах. И в чем прикол? Я хочу сказать, не покупайте верты. Не в том, что это запрещено, можете и покупать. Просто не покупайте на непроверенных сайтах, потому что там половина, те, кто продает, это просто администрация сервера. И просто вас потом вот так возьмут за жопу и поймают после этого. Ну это всем удачи. Если меня забанят, если меня не разбанят, то я перейду на четвертый сервер, то я надеюсь, что вы мне поможете. А так-то я обращаюсь к администрации, если вы решите меня разбанить. Потому что я написала жалобу по поводу этого повода, а ее первую жалобу удалили, а вторую просто игнорят. Надеюсь, вы подумаете над этим. Всем удачи.